И всем привет, ребята, с вами Димас, и я продолжаю играть в третьего Crash Bandicoot, завоевывать платины, отправляюсь в последний гоночный уровень, зона 51, золото я уже взял, но мне этого мало. Фух, буду биться за платину, последний гоночный уровень, и останется 2 в опыте. Да, конечно, главная преграда это вот эти тарелки летающие. И ямы, конечно. Ну, в какой-то степени и машины тоже. Полицейские, которые едут навстречу. Я вряд ли это с первой попытки осилю. Я успел забыть, как тут нужно вообще ехать. Может, не стоило брать эти 2 секунды? Наверняка не стоило. Я их взял, все. Ай-яй-яй, врезался в тарелку. Вряд ли уже что-то хорошее получится из этого. Куда ехать? Да, вряд ли что-то хорошее. Я не помню даже свое время текущее. Иду я сейчас вторым. Наверняка это очень плохо. Ну вот, вышел на первое. А, не взял ускорялку. Нет, я лучше переиграю. Фух. Да, хоть и... Вроде бы миссия не настолько кривая, трасса сама по себе. Но вот из-за того, что ночь, из-за того, что вот эти тарелки летающие, да и ямы тоже понаставили, в этом, конечно, сложность. Ах ты, черт. Да, вот эти 2 секунды брать не надо. Пускай они висят в воздухе. Надо объезжать трамплин, объезжать яму. Не теряя скорость при этом. Так, ну первая тарелка вообще легко обходится. Никаких особых усилий прикладывать не приходится. Да, вот тут главное не ехать на этот трамплин. Он нам не нужен. Но держать левее сейчас, затем правее, затем не знаю. Ах ты, сволочь, тарелка, чёрт, не с той стороны, немножечко не стой. Так, ну, по-моему, надо прыгать, я не помню, по-моему, надо всё-таки. Я четвертый, вот ускорялка. Ага, еще ускорялка. Яма, 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 яма. 3 секунды, 3 секунды. Яма опять. Ах ты, ёб твою мать, а? Ах ты, ёб твою мать. Провалился все-таки. Да, хорошо бы сдержать скорость как можно больше все-таки. Как можно дольше.
на первой ускорялке вот. Да, останется еще два водных уровня, которые тоже сами по себе мне вообще не сложны для меня. Так, трамплин, иди нахрен. Левее, правее. Так, где там сейчас яма? Ага. Так, ну, не знаю, не знаю. Плохо, конечно, плохо. Тут яма, да, тут по-любому яма, по-любому прыгать. Тут сейчас аж два ускорения. Так. Да ёб твою мать, а. Взял меня. Да, вот это тарелки, конечно, они... Всё подпорчивают. Надо разогреться. Я только вот встал, ну, недавно, ну как недавно. Только в плюс включил, можно сказать. Я еще не разогрелся для высоких достижений. У меня так всегда. Так, трамплин объезжаем левее, правее. Так, 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 так. А если я справа поеду? Что-то скажут. Ах ты, блядская. Ах ты, сучий потрох. Нет. Да, конечно. Так, сейчас вторая коробка ненужная, потом ускорялочка. Нет, трамплин, иди нафиг, правее. Ай, блядь, сам заехал за обочину. Сбавил скорость. Надо попробовать с левой стороны тогда держать. Там где-то секунды тоже рядышком должны быть. Хорошо бы продержаться как можно дольше. Нет, левее, левее, правее, затем левее. Так, где дорога? Где дорога заканчивается? Ага, вот, 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 вот. Так. Ай-яй-яй-яй, ёб твою мать, яма. А можно ли как-то ее миновать? Вот это тоже надо пробить, может быть, можно как-то объехать ее. Было бы вообще все шикарно тогда. Надо проверить, можно ли эту яму миновать. Где-нибудь сбоку, может быть, как было уже. Да-да. Очень весело. Опять эмулятор завис. Ну что ж делать? Придется перезапускать. Эх. Трудно сказать, из-за чего он виснет. Ну, видать, точно эмуляция. Слишком капризная.
Да, видать, слишком капризно. Что-то пошло не так. Может, конечно, новая Ксебра не очень совместимо дружит. Ну, ничего. Перезапустил. Сейчас будем пытаться вновь по новой. Да, те гоночные миссии я, конечно, быстро спустил. За полчаса три миссии. Мать, мне это было, конечно, неожиданно. Так быстро. Вот эта миссия, конечно, она для меня все-таки посложнее. Да, здесь бы бывало так, что я тут показывал ого-го какой результат. Так, наплевав на эту двушку, наплевав на эти машины. Так, что я хотел посмотреть? Яму. Можно ли объехать яму? На голом нерве. А, нет, нельзя. Но, может быть, это лучше, если бы я воспользовался трамплином. Это надо тоже все прощупать. Так, главное сейчас не упасть куда-нибудь. Так, тут яма, тут яма. Где? Где просвет? Я первый. Так, главное не терять концентрацию и доехать этот рубеж до конца. Чтобы не терять концентрацию, надо ехать осторожно. Ребята. Ай, блядь, секунда. Так, где эти ямы еще? Ну, не знаю, ребята, мне кажется, я слишком много потерял времени. А было какое, кстати? Да, время, конечно, лучше того, что было, но из-за того, что я вот потерял эту концентрацию, конечно, оно не очень хорошо. А на том трамплине разве были какие-то секунды? Вот я подумал, вот. В общем, не знаю. Жаль, конечно, что я потерял скорость. Я не помню, какое время нужно для платины. Мне кажется, мне совсем чуть-чуть не хватило. Да, возможно, если бы я взял ту секунду, было бы все нормально. Я вот забыл, совсем из головы вылетело. Так, секунда. Ладно, буду пробовать еще. Что-то в любом случае начало получаться. Так. Да, сейчас опять этот трамплин. Я вот не помню, были ли там какие-то секунды. Может, так оно и лучше, если я вот так вот делаю. Так, концентрация, концентрация. Яма слева. Трамплин. Так, где-то будет слева секунда сейчас. Может быть не сейчас, может быть вот, ну скоро, скоро. Надо держаться левой стороны. Стараться. Чтобы не пропустить эту секунду. Так, я ее собрал, но. Я ее собрал, но. Еще все впереди. Вот тут резкий такой поворот. Трамплин, трамплин. Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, время ничуть почти не лучше. Ну, чуть-чуть совсем, но это мало, ребята. Поэтому надо еще стараться. Да. Стараться надо дальше. Может, сейчас не буду я эту яму пытаться отходить. Сложно вообще сказать, можно ли это сделать чисто, не потеряв при этом скорости. Ой-ой-ой, ребят, я тут извиняюсь сам. Что-то задумался. Совсем забыл. Так, ну, дубль. Хрен знает какой. Но все-таки уже лучше. Я чувствую, скоро уже должна быть. Это платиновая награда. Главное не терять концентрацию. Так, нет трамплин. Так, надо сейчас левее брать, чуть-чуть правее. Потом по краюшку. По краюшку вот так вот. Так, чуть левее, правее. Не слишком уходить. Так, трамплин. Кстати, вот эту яму тоже неизвестно. Можно ли преодолеть как-то каким-то магическим образом. Наверное, не буду я сейчас зацикливаться на этой яме. Ай-яй-яй-яй. Это, конечно, да, это, конечно, не очень хорошо получилось. 3 секунды брать надо обязательно. Да уж. Помешала тарелка. Ну как помешала? Немного не вовремя она была там. Так, еще 5 тарелок впереди. Так, левее. Чуть правее. Так, по ленточке. Так, 4 тарелки впереди. Не слишком сильно уходить. Так, не это мне помешало в прошлый раз, а вот следующая, которая. Так, впереди 2 тарелки. Да, и там 3 секунды сейчас, 3 секунды. Ай-яй-яй, да что ж, чтоб тебя разорвали все черти на костре. Поджарили. Да, это, конечно, плоховато, ребята, плоховато. Я и не спорю. Да уж. Не очень хорошо. Так, тут где-то сейчас секунда. Ну, уходи отсюда, уходи. Да, время, конечно, не в мою пользу, явно. Ай, блядь. А может и было нормально, кстати. Хрен его знает. Ай, так. Ну что ж, новый заезд. Все, ну, я, в принципе, не слишком, я бы сказал, не слишком длинная она трасса сама по себе, в принципе.
Я даже не знаю, сколько нужно для платины. Так, ну тут я уже понял уже, как нужно ехать. Так, вот так вот. Так, затем левее, правее. Так, 3 секунды где-то. А, нет, это позже будет. Ладно, сначала обойти этого чайника. Я его обхожу. Да, вот этот чайник, он скрывает 3 секунды. Опять он, опять я в него вперился. Да что ж такое-то, а? Потерял из-за него ход. Скорость свою. Это, конечно, нехорошо. Я тебя в такой позиции нахожусь. Не очень радужный. Сейчас где-то должна быть секундочка. Потом следом за ней еще одна секундочка. Уйди с дороги, прошу тебя. Так, вот приблизительно так же, как и прошлая попытка. Где-то так. Хотя не факт. Не, не факт. Вообще не так же. Хуже намного. Да, вот тарелка эта, блядь, мешает, сука. Как бы ее бы оттуда выселить. Или не брать те 3 секунды, но... Мне очень хочется их взять. Как же в прошлые разы это получалось, а? Так, ну сейчас трамплин. А, я вот эту яму мечтал объехать. И опять тарелка. Опять она мешается, сучка. Может, и не стоит брать тогда эти секунды. Я бы вот сколько мог бы проехать. Еще бы тогда. Не знаю. Опять все то же самое. Иду ровным счетом так же. Блять, еще столкнулся с ним. Что ж такое-то? Не, время уже хуже, так что нет смысла доезжать до конца. Да, проблема в этих тарелках ебучих. Если б не они, я бы точно бы чисто проехал. Надо как-то их найти решение, может не брать те 3 секунды все-таки. Или не прыгать на первом трамплине. Хотя как не прыгать с одной стороны? Должен посудить так. Так, яма. По ленточке. Не слишком сильно. О! Ах ты, пидор гнойный! Ну, ничего. Держать, Крэш, держать! Все равно оно лучше.
Так, где? Кто? Где? Ура, ура! Так, 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 так! Так, яма, 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 осторожно, 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 осторожно! Не знаю куда... Ах ты, блядь, черт, я мог доехать спокойно! Черт, сейчас вот уступаю. Так, чуть-чуть получше время. Так, тут где-то секунда. Сейчас будет. Где-то. Где-то, 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 где-то. Давай, краш. Так, тут сейчас резкий такой поворот влево. Потом надо держать это все. Блять, в трамплин упоролся. Ну надо же так. Смешно. Значит, все-таки можно на той яме сохранять скорость. Отлично. Будем знать. Можно показать охуительное время, ребята. Эх. Так, все так, все так, чуть-чуть левее, правее и чуть-чуть левее. Совсем чуть-чуть. Так, 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 так. Ёбы, блядь, сука. Ах, как обидно. Как обидно. Вот это прокат был. Чуть-чуть левее, и я бы объехал эту яму дальше на скорости. Показать бы так же. Так же может уже и не получиться. Но если бы я доехал вот эту прошлую попытку, ну 100% платина была бы, если бы я больше нигде не упоролся. Так, вот к чему нужно стремиться. Так, левее, правее. Ух ты, ёп. Не упал опять в эту яму. Так, опять сейчас эта яма. Так, правее, 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 левее. Так, да, вот так вот я делал. Правее. Куда-то. Секунды. Левее, 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 левее. Вот как-то так. Ай, блядь, 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 блядь. Вот, 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 вот. Давай, 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 все равно время лучше. Какие-то секунды я выиграл, все равно. Пусть не все возможные. Так, главное сейчас никуда не упороться. Не упороться, не упороться никуда. Так, секунда, где-то тут. Где-то тут она. Родненькая. Вот она. Одна, вторая, третья. Так, ямы, ямы, ямы. Пошли в жопу. Яма, идите нахрен. Так, сейчас скользкий поворот налево. Так, потом надо держать вправо. И тут трамплин еще. Вау! Вау! Черт, двушку не взял, обидно-то как, двушка, блять, из-за этой двушки все проебано, наверное. Нет, платина, фух, ну все, ребят, я не буду заново стараться, да, могло быть время вообще охуеть какое, но что есть, то есть, главное платина. Фух, да, и остается впереди два водных уровня, которые я тоже очень переживаю. Особенно, да за оба переживаю, что там скрывать. Так, пойду сохранюсь.
Это сохраняемся. На этом можно гонки считать закрытыми. Ну, благодарю ребят за внимание, что поддерживали меня. Вот, увидимся в водных следующих водных заездах. Пока-пока.